Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виталий Матюшин, и мои коллеги, журналисты БукТВ. Из всех событий мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Совершенствование миссии экономических комиссий союзного государства. В Бресте прошла очередная рабочая встреча представителей профильных ведомств двух стран. Для чистоты, комфорта и уюта месячник по благоустройству проходит в областном центре. Сегодня активная деятельность прошла в городе более чем на двух десятках объектов. Потому что без движения и социализации жизнь бессмысленна. Участники проекта «Новый статус» областной организации «Белтис» о своих ожиданиях и эмоциях от конкурса. В эфире программа «Итоги недели», и мы начинаем. В настоящее время в парламентском собрании Союза Беларуси и России действует 8 комиссий, каждая из которых уполномочена решать отдельный круг вопросов. Среди них внешняя политика, бюджет и финансы, информационная деятельность и прочее. Задача комиссии по экономической политике заключается в формировании единого экономического и научно-технического пространства союзного государства. В этот раз встреча ее участников состоялась в Бресте. Они подвели промежуточные итоги работы, внесли предложения и наметили дальнейшие пути реализации сотрудничества. Брест стал площадкой для очередного заседания комиссии парламентского собрания по экономической политике Союза Беларуси и России. Встреча проходила в двух форматах – очном, а также видеоконференц-связи. Всего в ней приняло участие 29 представителей различных структур, министерств и ведомств Беларуси и России. Повестка включала 8 пунктов, самым обширным из которых стало совершенствование порядка формирования и утверждения научно-технических программ союзного государства. Достаточно много вопросов, повестка дня насыщенная. Конечно, основные вопросы повестки дня – это именно рассмотрение программ в рамках союзного государства. К сожалению, необходимо констатировать, что реализация программ в последние годы замедлилась. Очень долго согласование идет концепций программ. Много возникает барьеров. И вот сегодня, рассматривая на комиссии, были предложения или есть предложения в том плане, чтобы эти барьеры устранить. Механизмы процедур формирования программ предлагается упростить, так как, по сути, они проходят на данный момент два круга согласования. Эти шаги помогут сэкономить время от 6 месяцев до года. Нами подготовлен проект постановления Совета министров союзного государства. В настоящее время он находится на рассмотрении и в нашей стране. В нашей стране он закончился, закончена предварительная оценка. В основном он находится на российской стороне. Там рассматривается всеми заинтересованными, соответственно, ожидаемо получит положительный отклик, потому что рассматривают, собственно, те госорганы, в структурах которых находятся сами исполнители этих проектов и самих программ, соответственно. Всего за время существования союзного государства было предложено порядка 60 программ. И несмотря на возникающие сложности, большая часть из них была успешно реализована, доказав свою эффективность. Космос, биотехнологии, машиностроение, совместные научные исследования. Главный критерий отбора – участие в разработках совместных коллективов Республики Беларусь и Российской Федерации. В частности, мы начали работу еще вчера, встречи Национальной академии наук Белоруссии. Есть две программы очень интересные, «Трансген-1» и «Трансген-2», которые были реализованы с 2003 по 2011 годы. Результатами их явилось мировое изобретение, когда сумели из постпродуцентов получать аналог по биологическим характеристикам женского молока, так называемый лактоферин. Сейчас идет работа над тем, чтобы изобретения эти максимально внедрить в производство в виде лекарственных препаратов и добавок для людей и животных. Прошлый год позволил реализовать 4 программы. Они касались гидрометеорологической безопасности союзного государства, разработки энергосберегающих технологий и производства комбикормов, инновационных геногеографических и геномных технологий, а также космических систем дистанционного зондирования Земли. В этом году планируется реализовать еще 3. Следующее заседание комиссии планируется в середине текущего года на территории Российской Федерации.
Субботняя экологическая акция в рамках месячника по благоустройству города объединила неравнодушных жителей разных микрорайонов. Каждый из них внес посильную лепту в уборку и озеленение Бреста. По предварительным подсчетам, в мероприятии приняли участие порядка 3000 учащихся и педагогов школы, около 4000 человек из числа трудовых коллективов. Особое внимание в этот раз уделили завершению строительства и благоустройства набережной Муховца, ведь уже 1 мая состоится официальная церемония ее открытия. Наша съемочная группа побывала на разных точках города, чтобы наши зрители смогли понаблюдать за ходом проводимых работ. Но обо всем по порядку. Эти фотографии найдут отклик в душе каждого, кто любит наш город, ведь так в разные годы выглядела набережная Бреста. Водная гладь и живописная природа всегда притягивали сюда многочисленных гостей и жителей. Но время не стоит на месте, и с развитием областного центра логично развивается его инфраструктура. Поэтому этап за этапом набережная переживала реконструкцию, продлеваясь и обретая современный вид. Проделан большой объем работ, а это последние кадры завершения пятой очереди строительства, которые на данный момент тоже стали историей. Пятая очередь включает в себя благоустройство. Протяженность этого благоустройства 585 метров, в которую входит устройство тротуарной дорожки, велодорожки, устройство ограждения территории речпорта из 3D-забора и железобетонного забора. Основные работы завершены, останется работы по устройству асфальта на велодорожке, это когда сейчас запустятся асфальтные заводы, и нанесение дорожной разметки. В рамках субботней экологической акции работники горисполкома и подведомственных организаций собрались, чтобы внести свою лепту в завершение пятой очереди строительства набережной озеленением. А заодно градоначальник поинтересовался предстоящими планами по проекту работ шестой и седьмой очереди. Если они воплотятся в жизнь, набережная приведет горожан и гостей прямо в Брестскую крепость. Шестая очередь входит, отмыкаем от пятой очереди метров 100 обратно вовнутрь, и вдоль набережной выходим к мосту возле крепости. Вот, все она. Вот она, этот участочек. А седьмая очередь, здесь еще осталось в районе 280 метров соединиться с пятой очередью. Вот он, перешеек. Вдоль, в районе шлюза. Горисполком достаточно последователен в развитии данного объекта, я имею в виду набережную, потому что еще 6 лет назад мы начинали работы в нынешнем городском саду. Помните, тогда мы занимались выкорчевкой хмызняка и прочее, прочее. Вот теперь городской сад получился. Здесь дальше идем по набережной, и 1 мая уже здесь трафик будет открыт. Это, конечно, самое такое яркое событие, наверное, весны этого года будет для города. Вместе с тем, есть перспектива 6-7 очереди. Я почему-то не сомневаюсь, что такой набережной не будет ни в одном областном центре. И это действительно так. А ее украшением станут зеленые насаждения. Их посадка и стала целью участников мероприятия. Теперь набережную украсят 55 кустарников девичьего винограда, 330 кустов дерина, 11 лип, 24 сосны, а также газон. В это самое время на другой точке экологической акции Тришинском кладбище в уборке территории были задействованы депутаты городского совета, члены различных общественных объединений и молодежного парламента, а также просто неравнодушные брещане. Тришинский некрополь – это памятник истории под открытым небом. Ведь здесь похоронены многие знаковые личности. Белорусский поэт Микула Засим, украинский писатель Алексей Староженко, первый директор Александровского Брестского кадетского корпуса Александр Гельмерсен. С 2015 года Тришинское кладбище, Тришинский некрополь внесено в официальный список культурных ценностей Республики Беларусь. А в 2016 году на сессии городского совета мы приняли концепцию, которая предусматривает и сохранение исторической памяти о Тришинском некрополе, охране памятников, поддержанию здесь порядка и дальнейшему его развитию как туристического объекта. Мы участвуем в этой акции для того, чтобы было памятное место чистым и красивым, и забота о ближних, забота о тех людях, которые здесь захоронены, это, наверное, подтверждает то, что в год исторической памяти мы помним людей, которые были
и делали все для города Бреста. А вот сами участники акции – яркий пример того, что может сделать для своего города абсолютно каждый его житель сегодня. Вот и члены гаражного кооператива номер 8 по улице Героев обороны Брестской крепости проявили личную инициативу – убрать прилегающую территорию от сухостоя, лишних камней и прочего мусора. Город объявил месячник по уборке и благоустройству территории. Мы, как всегда, откликнулись на предложение города. И люди, которые часто проводят время в своих гаражах, готовы навести порядок, чтобы было уютно даже вокруг гаражей. И ежегодно, несколько раз в год, мы всегда делаем уборку территории, как прилегающей, так и внутри гаражного кооператива. Это хороший пример совместной работы на общее благо. Ведь порядок начинается с каждого из нас, стоит только захотеть. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич. Итоги недели. С каждым днем наш город смотрится все более обновленным. Чистые улицы и проспекты, убранные парки и дворы, вымытые окна домов создают радостное настроение. А все это благодаря работникам горисполкома, администрации Ленинского и Московского районов Бреста, организациям города и просто неравнодушным людям. Ведь всем нам хочется, чтобы наш Брест был лучшим. В 9 утра с метлами, граблями и мешками вышли на борьбу с мусором и срезанными ветвями неравнодушные горожане. В частности, сотрудники отделов администрации Ленинского района, представители других организаций, а также учащиеся колледжа связи. И несмотря на прохладную погоду и ветер, работа шла полным ходом, ведь на календаре весна, а это значит, что на экотропу совсем скоро пойдут люди, которым хочется увидеть это место чистым и благоустроенным. Участники экологической акции собрали немало мусора, накопившегося за зимний период. Активно работали и дети, которые с радостью выполняли важные задачи по приведению в порядок любимого уголка природы. В рамках месячника по благоустройству, объявленного Брестским горисполкомом с 21 марта, ежедневно у нас проводятся экологические акции. Подключились предприятия, организации района, дошкольные учреждения, школы, предприятия промышленной направленности, гаражные кооперативы, товарищество собственников. И вот сегодня, в свой выходной день, администрация Ленинского района города Бреста, коллектив администрации, наводит порядок на так называемой дороге жизни, нашей экологической тропе, которая находится в центре города, которая пользуется популярностью у наших жителей. Действительно, ее нужно поддерживать в должном состоянии, помогать нашим коммунальным службам. Не только инициативные работники администрации вышли потрудиться сегодня. Кипела работа на территории, прилегающей к одному из домов по улице Фомина. В намеченный срок здесь уже вовсю трудились жители. Два жилых объекта расположены рядом, имеют общие детские площадки и представляют некий архитектурный ансамбль. Люди здесь активные и дружные, они уверены. Красота на прилегающей территории зависит от каждого жителя, независимо от того, в каком доме он проживает. Решили с помощью города благоустроить земельный наш участок, поучаствовать в акции по озеленению. С жильцами сейчас высаживаем аллею вот вдоль улицы Фомина. Также будем попробуем немножко покрасить что-нибудь и постепенно так облагораживаем наш двор, чтобы было приятно всем, красиво. Мы показываем, что мы за озеленение, за чистый город. И мы постоянно держим эту марку и постоянно каждый год что-то увеличиваем в плане озеленения. В рамках экологической акции без внимания не остались и братские захоронения. Например, на кладбище Реческом. Здесь неравнодушные горожане убрали сухую траву, помыли саму композицию, высадили живые цветы, что сейчас действительно экологичнее. По мнению самих участников трудового десанта, это важно для общей памяти. А поддержка порядка – одно из тех дел, которое помогает ее сохранить. Ежегодно в нашей школе проводится акция «Обелиск». Целью данной акции является благоустройство территорий памятником воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Год исторической памяти – это акция как никогда актуальна. Для нас учащихся уборка территории вокруг памятников – это не просто труд. Мы познакомились с историей этого памятника и почтили память погибших воинов. Несмотря на пасмурную погоду и промозглый ветер, акция получилась очень активной. Все-таки общий труд – это здорово. А ведь все начинается с малого. С желания облагородить родное сердце уголок и внести свою лепту в большое и нужное дело. В продолжение темы. Экологические акции – особая традиция города над Богом. Инициативные группы по уборке, благоустройству и озеленению можно было увидеть сегодня буквально по всему городу. Жители областного центра, которые привыкли видеть его чистым и ухоженным, тоже не смогли остаться безучастными. Работали в этот день все и вместе.
Такой порыв объясним просто. Общее дело объединяет, а главное, результат этой сплоченности налицо. В этом убедились и корреспонденты нашего канала. Парк воинов-интернационалистов – излюбленное место брещан. Здесь работники Дома культуры профсоюзов, инспекции по налогам и сборам, офицеры-афганцы, студенты и работники администрации Московского района во главе с Андреем Филановичем объявили войну сухостою, которая нарушает эстетический вид и мешает прорастать молодому лесу, а также в целом навели порядок на территории. Будем заниматься сегодня очисткой парка воинов-интернационалистов от сухостоя, то, что попилено, и от порослей. Ведь началось благоустройство парка. В настоящий момент ведутся работы по, скажем, замене старого асфальта на тротуарную плитку центральной дорожки парка. Помимо того, что работают здесь, ведь ожидается порядка 200 человек будет сегодня принимать участие. Также у нас будет сегодня проводиться акция «Это скверно Попанина», где работает клуб ЖРУ города Бреста совместно со Следственным комитетом и департаментом охраны. Центр по обслуживанию бюджетных организаций работает 4-м форту, наводит порядок. Кроме того, форт Дубинники, там тоже представители образования работают. Ну и также предприятия есть, и гаражные кооперативы, и жилищно-строительные кооперативы также принимают сегодня участие в экологической акции по наведению порядка на придомовых территориях. Особое внимание в рамках экологической акции уделено памятнику советским военнопленным, которые пали в концлагере фашистов «Ревир». На этой территории свой последний путь прошли более 15 тысяч советских граждан. Этот подвиг не забыт, поэтому работы по облагораживанию территории ведутся здесь круглый год. Я чувствую гордо за себя и за своих друзей, за то, что мы в такой день собрались и наводим порядок на таком священном месте. Вот мы все там покосили, поубирали, насеяли цветов. И этот памятник, действительно, мы насеяли таких ярких цветов, когда уже едешь по дороге, видно, как эти цветочки, просто как огоньки горят. Понимаете, видно, что памятник не забыт, что за ним ухаживают. Ну, мы и всю зиму сюда ходили, и вчера тут наша школа работала, ну, что пока дети не были на каникулах, еще придем. Мы тут бываем раз в две недели, раз в неделю. Порядок наведен в местах, отдаленных от центральной части Бреста. Среди них памятник павшим в годы Великой Отечественной войны работникам кирпичного завода. Их расстреляли фашисты за помощь раненым советским бойцам. Эта площадка – одна из большого списка благоустроенных в рамках акции мест. Всего в экологической акции на территории Московского района приняло участие не одна сотня неравнодушных горожан. В едином порыве на благо города. Александр Богданович, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ. Продолжаем выпуск. Они стоят на страже чистоты и красоты наших улиц, подъездов и домов. Благодаря их неустанному труду город по праву имеет звание одного из самых уютных и зеленых уголков нашей страны. Речь идет о сотрудниках жилищно-коммунального хозяйства. Если их служба как будто не видна, а каждое утро нас встречают убранные улицы, радуют глаз благоухающие цветочные клумбы, а вечер проходит под приятные капли теплого душа, значит, все идет по плану, значит, специалисты всей сферы ЖКХ потрудились на славу и смогли создать комфортные условия для жизнедеятельности берестейцев. Традиционно в последнее воскресенье марта сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии даты наш корреспондент Александр Богданович записал интервью с руководителем городской структуры Юрием Климаховичем. За последние несколько лет областной центр стал одним из самых благоустроенных населенных пунктов страны. В этом заслуга и предыдущих, и нынешних руководителей городской структуры ЖКХ. С чем бы ни столкнулся сегодня быт потребителя, ко всему отношение имеют коммунальники. Водоснабжение и канализация, тепло и свет, чистота и уют. За всем этим стоят жилищно-коммунальные службы и люди, которые там работают. В Бресте в системе ЖКХ трудится более 4000 человек, многие из которых отработали в системе более 20 лет. Каждый год перед собой они ставят цели, к которым стремятся, которые выполняют. В прошлом году нашими предприятиями, входящими в систему жилищно-коммунального хозяйства, проделана огромная работа по наведению порядка. Я думаю, что наш Брест подтверждает свое звание самого благоустроенного населенного пункта. Поэтому нашими предприятиями постоянно ведется конкретно целенаправленная работа по достижению этих показателей. Что касается наших предприятий, значит, по дорожно-эксплуатационному предприятию. За прошлый год мы порядка 100 тысяч квадратных метров произвели асфальтирование, сплошного асфальтирования наших
дорог городских. Значит, благоустроили в рамках текущего ремонта 11 дворов. То есть мы подошли комплексно и заменили асфальтно-бетонное покрытие в проездах и выполнили ремонт тротуаров, замену малых архитектурных форм. Что касается нашего предприятия «Водоканал», значит, продолжается работа по реконструкции очистных сооружений. Значит, заменена у нас порядка 4000 сетей водопровода и 4000 сетей канализации. Одна из важнейших задач работников в сфере ЖКХ – благоустройство. С этой миссией огромный пласт работ закреплен за сотрудниками предприятия «Коммунальник». Только за прошлый год в городе над Бугом высажено порядка 30 тысяч тюльпанов, а также более 18 тысяч деревьев. Именно в этой планомерной деятельности залог почетного статуса Бреста как самого зеленого города Беларуси. Произведена работа по санитарной уборке населенного пункта, по высадке порядка 500 тысяч цветочной рассады. Значит, высадили мы в прошлом году, результаты будем видеть уже в этой весной, это первоцветы, наши тюльпаны, порядка 30 тысяч мы высадили на городских территориях, больше 18 тысяч деревьев посажено, то есть в рамках комиссионных посадок «Коммунальник» у нас выполняет эти посадки по городским территориям. Но не только зеленый, но и чистый Брест в приоритете. С этой функцией успешно справляется Брестский мусороперерабатывающий завод. Раздельный сбор отходов, обслуживание заглубленных контейнеров, внедрение экологических программ. Теперь за этим предприятием закреплена работа не только в рамках города, но и за его пределами. Мы приступили сейчас к реализации очередного этапа по развитию нашей региональной схемы. Работы с твердыми коммунальными отходами забираем мы уже весь отход, коммунальные отходы с прилегающих территорий вокруг города Бреста, только не только в рамках города Бреста, это Брестский район, Каменецкий район, Жабенковский район начали обслуживать. Значит, в рамках реализации тоже этой программы у нас ведется реконструкция нашего полигона твердокоммунальных отходов. Делается еще одна дополнительная карта, где будут захороняться те отходы, которые остаются после переработки и выборки вторичных материалов. Жилищно-коммунальные и бытовые службы были и остаются главной составляющей городского уклада жизни. Благоустраивать, украшать, создавать комфорт и уют, нести ответственность за чистоту и порядок без скидок на капризы природы, времена года, праздники и будни – задача, которая стала профессией. Александр Богданович, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном и важном. Каждый год организация «Белтис» проводит различные конкурсы и мероприятия, направленные на реабилитацию и адаптацию своих подопечных. Стоит сказать, что за последние годы уровень их подготовки существенно вырос. Во многом благодаря техническому прогрессу, а точнее гаджетам, которые усвоили программы навигации, распознавания денежных купюр, оплаты и многого другого. На текущей неделе в Брест приехали участники областного конкурса по элементарной реабилитации людей с инвалидностью по зрению – новый статус. Здесь их ожидала насыщенная двухдневная программа, которая включала большое количество интересных заданий. Вместе с незрячими и слабовидящими на так называемую полосу препятствий отправилась и наша съемочная группа. Более десятка участников из разных регионов Брещины приехали в областной центр, чтобы бороться за звание самого реабилитированного и активного. Пока одни конкурсанты уже испытывают учебные площадки, другие в ожидании и легком волнении. Все же каждому хочется быть лучшим. Немного говорили и друзья, которые уже участвовали и здесь, тоже Андрей Анатольевич говорил некоторые вещи, и на самом деле вот сразу, когда я вот узнал общую как бы программу, мне самое сложное было, ну не то, что сложное, а такой волнительный это маршрут, потому что как бы, ну, всегда с тростью ходить для меня было страшновато, хотя я уже приловчился, уже как бы и так более-менее, вот. Ну, ожидания какие... Конечно, настроен на победу, это само собой. Ну, вообще интересно, другие здания тоже интересно посмотреть, участвовать. Испытания для конкурсантов были разбиты на 2 дня, согласно тематике и вариации задания. Да, сегодня членов жюри уже сложнее удивить виртуозным владением тростью. В числе заданий, например, работа с веб-боксом. Первый музык ОНТ.АНТ, Беларусь, Беларусь 24. Пожалуйста.
Небольшая механическая коробочка – настоящая кладезь информации для слабовидящих и незрячих людей. Здесь можно найти аудиоверсии телевизионных и радиопрограмм, а также газет. С учетом того, что манипуляции конкурсанты выполняют на ощупь, оценивается скорость выполнения задания, а также уровень владения техникой. И это только одно из испытаний. Главная цель, которую видят здесь организаторы – через дух соперничества привить этим людям желание искать что-то интересное в мире, даже если его цветные краски для них скрыты. Конечно, основные цели, которые мы преследуем вот во время проведения этого конкурса, это в первую очередь как бы проанализировать, посмотреть, как проходит реабилитационная работа на предприятиях нашей системы, потому что там есть отдельные кабинеты реабилитации, проводится определенная работа. Вот, как проводится работа в территориальных центрах социального обслуживания населения, потому что они тоже нам оказывают большую помощь и проводят работу в этом направлении. Ну и, конечно, вот еще раз убеждаемся, как готовятся ребята в Жеменковской школе. Оплаты с помощью ЕРИП сегодня тоже часть обыденности. Одним из этапов, который придумали организаторы, стал платеж членского взноса через интернет. Задание выполнялось на время, однако оно нисколько не поставило его участников в тупик. Наоборот, они были осведомлены и достаточно активны. Конечно, значительно изменились и условия, и наши люди, конечно, не отстают в этом плане, они развиваются, они обучаются, они приобретают новые навыки, знания, умения. И, конечно, повышают уровень и качество своей жизни. Подобные конкурсы Брестская областная организация проводит каждый год. Это хороший повод посмотреть, насколько улучшилась за это время безбарьерная среда в городе, какие сервисы адаптированы для пользователей, имеющих проблемы со зрением, и как в целом на них реагирует общество. И стоит отметить, что по всем этим пунктам есть улучшения. А что же ждут сами участники конкурса? Их мотивация и главный приз – поездка на республиканский этап состязания «Новый статус», который пройдет уже совсем скоро. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги, журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54 63 67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Виталий Матюшин, прощаюсь с вами. Мир и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в домах пусть будут только добрыми.